Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето, бла-бла, фьюзинг, Анна. Добро пожаловать на сегодняшний мой кето-обед. У меня сейчас текущая калорийность 1900 килокалорий, и здесь, соответственно, 900 килокалорий, чуть меньше, один прием пищи. То есть, в общем, жизнь продолжается, кето рулит по-прежнему, и поэтому сегодня у меня в меню квашеная капуста с рыжиковым маслом. 1 столовая ложка. Здесь где-то 150 грамм. Я ее, кстати, не считала, тем потому что она капуста, потому что мне ее можно, потому что она квашеная. А это значит, что это ферментированный продукт, в котором вся углеводная и лактозная часть, так сказать, съедена бактериями, наверное. Ну, во всяком случае, они об этом молчат, но мне так нравится думать. Еще я догонюсь калием. В данном случае это огурчики. Вот, кстати, надо сейчас не забыть еще положить сюда таблеточку железа и гексавит. Ну и омегу-3 тоже обязательно, короче. В плане того, что я могу забыть это все. Это у меня последнее назначение моего врача, короче. Небольшой недостаток у меня железа выявился, так сказать, после операции. И сегодня я себе приготовила вот свеженькое такое вот мясо с томатами и сыром. Просто вот это вот то самое, которое я уже 2 дня ем. Мясо свининка, уже печеное, уже готовое. То есть, соответственно, запечённое это предварительно до этого в мультиварке. Я ее просто так кусочками подербанила, сверху положила аж 200 грамм томатов и всего лишь 30 грамм сыра. Это сверху заполировала и минут на 10 в микроволновку это все, ну, чтобы, собственно говоря, томаты приготовились. И на десертик 15 грамм всего арахиса и 25 грамм сливочного, хорошего, вкусного, настоящего масла. Вот такой обед получился. Сейчас я все это буду кушать и с удовольствием, как и всегда, как и почти уже 4 года. Чего и вам всем советую. Ну, в плане того, что не обязательно может быть и кето, но жить, как говорится, с удовольствием, во всяком случае, питаться однозначно. Потому что это что? Потому что это огромная часть нашей жизни. И радость и удовольствие может быть и не так уж и много. Еда может быть таким, даже несмотря на то, что вы соблюдаете какие-то строгие правила. Кето рулит, магия вечна. Всем привет, пока-пока. До встречи на моих каналах.